Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Так, ну что же, захват кристаллов начнем, пожалуй, для разминочки. И я возьму здесь, давайте, наверное, Брокко. Да, я хочу поиграть за него. Ну что, поехали. Так, уже команда найдена. И я надеюсь, все у нас тут будет тип-топ. Там у них Барли, у нас, кстати, тоже Барли есть. Погнали, будем смотреть, ребят, что у нас из этого получится. Давай так вот, хоп. Так, минусанули. Давай дальше. Так, тихо, успокойся, парень. У меня, ребята, ульта готова, погнали. Чудик, а. Вляпался. Так, ребята, у меня еще одна ульта есть. Будем ждать. Так, вы заныкались там, типа, да? Что это за команда такая? Идет просто к нам на пролом. Вообще, вообще изи что-то. Может, они уже сдались, еще не начав играть. Нет, ребята, вроде как ожили. Так, ну что, ульту применим. Нормуль, все хорошо. Так, ну давай, иди сюда, Барли. Нет, этот, ребята, Барли, по-моему, играть не умеет. Так. Кольт. Ну-ка, дай-ка я ульту. Замечательно, ребята. Так, отходим. А куда он бежит? Куда он бежит? Такое ощущение, что, ребята, как будто мы с ботами играем. Что он делает? Он что, играть не умеет? Я не знаю, что произошло. Так, подбери, пожалуйста, за меня гемы эти. Барли, господи. А что у нас? Леопарда там стоит. Так, ребята, у них уже 10 гемов. И нам нужно здесь... так, он где-то вот здесь, вот, наверное, прячется. Вот он. Так, а чё он не бомбит-то? Я не пойму. Дай-ка я заберу эти гемы все. Слушай, я не знаю, что они так, ребят, тупят. Такое ощущение, что действительно мы с вами играем с какими-то ботами. Шикарно. Так, ну что, победа будет за нами? Это однозначно? Или не будет? Нет, будет. Фух, я не знаю, какая-то команда у нас тут... была не особо хорошая против нас, я имею в виду. Ну, а мы с вами продолжаем дальше нашу эпопею. Угу. Брок, кстати, скоро получит ранг 10, судя по всему. Так, зачем я нажал, ждем остальных? Не надо было так делать. Так, слушай, у нас команда. Так, Нита. Все понятно, погнали. Погнали, ребятулечки. За этот гем нужно подраться. Воу, шикарно. У них тоже, кстати, Брок, ребята, есть. Вон он там. Где-то вон там сидит, я ведь чувствую. Нет, он по кустам шоркается. Так, Барли нужно подбить. Нет. Подбил все-таки, а, меня своей ультой. Ладно, будем мстить. Обязательно мстить, ребята. Никакой пощады. Так, Барли, минус. Опа, сопа, 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 сопа. Тоже подорвал. Так, Нита, забирай гемы и сваливай лучше оттуда. По добру, по здорову. У нас, кстати, какая-то битва идет, да, знаете. Стенка на стенку. Так, давай-ка попробуем. Так, опять Брок. Слушай, я его сейчас, ребята, нахлобучу, наверное. Я его должен здесь подбить. Давай гемы забираем. Все, шикарно, ребята. Так. Что, у нас 10 гемов уже? Все, нам остается только лишь прождать время, и победа, ребят, будет за нами. Брок. Наверняка с ультой. Побейте его, пожалуйста, ребятули. Так, Барли. А ну-ка, давай-ка вот так вот из-под тишка. Блин, хотел добить вот этих двух хламонов. Ну, тем не менее, ребят, победа за нами. Так, Блэд Хатс в топчике был. Эх, всего лишь одной единички не хватило, чтобы перейти нам на следующий ранг. Так, ладно, давайте еще разочек, наверное, сыграем. Опс, так, отлично. Погнали. Еще, наверное, партийку и попробуем в другой режимчик поиграть. Набьем, как говорится, ему 10-й ранг, и с нас будет хватит. Почесали. Почесали, почесали. Где вы тут? Я не знаю, что вы где-то там в кустах. Опа. Брок, опять же, ребята, у них есть. Ну, да ладно, хорош. Смотри, что делает, а. Дай-ка я поймаю ее.
ловим. Эх, увернулась. Хиллер, несусь оттуда, пожалуйста. Вот тебе и воу-воу-воу. Говорил же не суваться. Сам полез туда же. Так, ребята, все гемы разбросаны. Сейчас будут собирать. Естественно, это они делают. Зачем я сейчас применил ульту? Она не... Ай, не надо было, ребята, этого делать. Там турель стоит. Видите, да? Тут стоит турелечка. Ну-ка, погнали ультой. Но я там тоже завалил. Че они стоят-то у меня? Давайте, пошлите, пошлите, пошлите в бой, ребят. Вон там, смотри, куча целых гемов, ребят. Да, конечно. Захотел чего. Так, у них, ребята, 8 гемов. Ну, опять турель стоит. Минусанули мы ее. Так, дай-ка я сюда, наверное. Опа, хотел спрятаться. Погнали ультой. Слушай, у меня мало здоровья, но мне нужно, наверное, отойти. Спасибо за хил, отлично. Как раз вовремя, причем гемы забрали. Отлично, ребята, 15 гемов у нас. Что, наша цель какая? Просто продержаться. Зачем ты туда сунулся? Нет, нет, Барли, так дело не пойдет. Забрасывает меня. Да, победа за нами. Молодец. Хиллер, как говорится, вовремя убежал. Переждал этот момент, и Брок у меня получает 10 ранг. Ну что ж, неплохо. Так, выходим. И, как я говорил, мы сейчас сыграем с вами в другой режимчик. Но вначале мы откроем сундук. Так, сундучок. Давай, порадуй меня чем-нибудь. 30 монет, на Кольта 6 силы и на Шелли 15 силы. Опять же, ребят, не густо. Ну что, у нас тут столкновение, осада. Это через 20 часов начнется новые события, да? Или мы можем играть? Так, и Brawl Ball. Поехали сюда, наверное. Brawl Ball. Слушай, я, честно говоря, не помню, что здесь надо делать. Скорее всего, нужно забить мяч. Ну да, забить мяч, короче, нужно врагам. Так, минусанули. Так, погнали. Тихо, тихо, там турель. Давай попробуем. Да елки-то палки, не так, ребят, немножко сыграли. Сбитая из бейсбольной тут еще. Ах, ломонка. Это новый персонаж, что ли, по ходу дела? Или что? Я помню, в последний раз мы играли, такого не было героя. Так, ну что, Пита, молодец, забил. Минусанули. Так, ульта. Погнали. Так, отходим, отходим, отходим. Ах. Завалил или нет? Турель. Турель там стоит. Ну... А что это за шар тут иногда периодически, ребят, вот этот вот пролетает? Он меня сбивает, если честно говоря, с толку. Так, почесали. Мячик, мячик, по-моему, свободный, да, лежит? Кто его даже не трогает. Турель-то эту надо подбить, если честно. Так, погнали. Красоте. Так, ладно, я, ребят, беру мяч и побежали. Побежали, прикрывай меня, пожалуйста. Да. Немножко не то, немножко не то сделал. А где мяч? Я мяча не вижу. Эй. Мяч у нас или нет? Я не могу понять, мы какие? Мы... Так, мы синие, да? Брока наказали. Эть. Давай, 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 давай. Глупо было, да, конечно, бежать напролом. Через этих охламонов, через всю кучу. Ну ладно, попытка была все-таки. Я думал, мало ли там чего. Так, наказываем Брока. Давай тоже ульту применим. Ну куда ты бежишь? Куда ты бежишь? Ты думаешь, ты сможешь что-то здесь сделать? Бесщадно, бесщадно, ребята. Так, давай, наказывайте, вот этого ловите. Можете поймать или нет? Наказали? Молодцы. Брока наказали? Все, отлично, погнали. Так. Давайте, давайте, разбирайтесь. Так, а я попробую, ребята. Нет, отойдем.
Тут ульта. Ну, тем не менее, ребят, победа за нами. Мне не, просто не удалось бы туда пробиться, если честно. Потому что они только что, как говорится, отдуплились, да, и появились. И если бы я туда побежал, меня бы просто разбомбили. Конечно бы они забрали мячик, повели бы его к нам, но забить вряд ли бы у них получилось. Так, что у нас тут? Отлично, давай, наверное, возьмем уже не Брока, а кого-нибудь другого, да? Надо нам менять персонажа, и можно сыграть за Эль Прима. Давненько я за него не играл, ребята. Надо немножечко попробовать. Так, ну что, это у нас ближник, да? Ну, довольно неплохой. Ну что, поехали. Побежали. Воу-воу-воу, я совсем забыл, ребята, что у меня нет дальней атаки. Совсем забыл. Так, подожди, надо... Надо что-то сделать, надо вплотную, ребят, подходить. Побежали. Побежали, 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 побежали. На, не получилось, конечно, пробить их. Ну, что тут происходит? Пока мои там ребята разбираются, я должен помочь им. Помочь нашим ребятулям. Так. Давай, погнали. Наказываем. Блин, подбили. А чё вы тут вдвоём-то бегаете? Не, чтобы помогали бы. Они стоят тут в куче в этой. Никакого продвижения. Ладно, я попробую, ребята, прочистить путь нам, чтобы забили. Есть, молодец. Так, бэк. Умница, красота. Это Бул у нас был, да? Воу-воу-воу, что-то они тут раздухарились. Смотри, не на шутку. Так, давай, примача, мы сейчас поймаем здесь. Мяч, 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 тащи, 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 тащи. Есть. Опять же так бэк, молодец. Красавчик. Так, ну а я почему-то звездный игрок стал. Почему? Чем я заслужил это? Не знаю, ребят. Ну что же, жетончики и, может быть, выйти. Давайте выйдем. Я не знаю, ребят, может быть, фроубол, осада, болты и гайки. Здесь нам нужно взять... Так, подожди, сундук откроем с вами. Так, 18 монет, пенни и барли. За барли 1000 лет не играл, если честно. Так, ну что, у нас тут будут, по-моему, роботы, да? И нам нужно здесь взять кого-нибудь такого солидного, солидного бойца. Кого же нам взять? Хм. Давай, наверное, возьму я здесь Джесси. Ну что, попробуем, ребята, осада. Забыл я, что это за режим, что здесь нужно сделать. Сейчас быстренько освежимся. Так, это, по-моему, где будут... А, все, вспомнил. Мы должны собирать здесь гайки, да? Потом выходит робот и пытается уничтожить вражескую базу. Ну, по идее, так должно быть. Так, что тут у нас происходит? Непонятно, какая-то заваруха. Заваруха не пруха, так. Дай-ка я, наверное, вот здесь вот поставлю, ребята, турель. Пускай она помогает нам. Ух ты! Так, ребят, у нас уже робот вышел. Это круто. Надо его прикрывать. Ну! Ага, теперь я понял, кто выпускает шар. Вот это вот охламонка. Эта охламонка выпускает шар. Так, осадный робот, они его бомбят, по ходу дела, да? Ну иди сюда, сбитый. Иди сюда, ты должен отомстить. Отомстили, молодцы. Так, гайка, гайка. Ать, еще одна, ребята, гайка. Так, этот у нас станет. Так, подбираем, не отдаем. Ну, нормуль. Так, заберу гаечку. Точнее, болтик. И у нас опять, ребята, робот вышел. Ну что, прикрываем его? Давай прикроем. Прикрыл, нифига там база бомбит на самом деле. Довольно не кисло, да? Почесали, быстренько. Так, у него от базы там осталось 40%. Нифига там быстро такой разбор идет. Смотри, по-моему, сейчас разбомбим мы ему базенку. Судя по всему, да? Куда я сунулся? Слишком близко. Да, тут надо, ребята, держаться подальше от именно базы. Так, две гайки, два болта мы уже забрали. Нет, 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 нет. Отдай.
Господи, не успел. Забрали, да? Все, очередной, ребята, робот у нас вышел. Пускай он там идет, а мы продолжаем эпопею. Эпопею продолжаем, я тут, по-моему, только отдупляюсь. Давай, пока он на робота отвлекается, мы разбомбили базу, ребята. Ну, неплохо. Опять же, я получил звездный игрок. Больше всех погибал, и звездного игрока мне дали. Спасибо на этом большое. Так, мне дадут сейчас большой жетон или нет? Да и выйти не надо, мне ждем остальных. Я не хотел. Ай-яй-яй, по-моему, ребята, да. Не вышел. Ну ладно, ничего не поделаешь, погнали. Эй, Эль Прима, не спи. Вот он, первый болтик, ребята. Первый болтик взяли. Так, забирайте болты. А куда он там бежит, этот кольт, я не могу понять. Дурило, что ли? Ну, видно сразу, дуралей. Так, собираем. Так, не подходим, ребята, туда близко, не подходим. Иначе там трындец будет. А, робот пошел. Да ладно тебе, кольт. Ну, иди сюда, что ты там ныкаешься? Я его, ребят, попробую сейчас прижучить. Так, смотрите, что-то у них база быстро слишком. Все, разбомбил робот осадный. Я даже здесь вообще ничего не успел сделать, если честно. Ну, вы и видели сами. Так, ну я и не хотел, честно говоря, здесь играть. Выходим, посмотрим, жетон я получу или нет. Так, маленькие жетоны получил. И один большой. Так, открываем с вами сундук. 19 монет. Так, очки силы на Пенни. И на Пока 10. Это, конечно, хорошо. Мне бы побольше денежек, чтобы... Подожди, 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 подожди. Зачем, зачем, зачем? Я же хотел другой режим, ребята, взять. Конечно же, режим взять хотел, который у нас на... Битва за кристаллы. Ну, ничего не поделаешь. Ступил, значит, будем играть. Ну что, стреляем, нет? Забрал. Одну... Один болтик, так, отнесли. Так, Шелли. Там у нас, ребята, Шелли, да? Так, вот сюда я поставлю, наверное, турельку. Пускай она здесь стоит. Да ладно, в ближнем бою, конечно. Конечно же, Шелли меня тут раскромсала. Бул, бери быстрее там этот. ИДВД. Ты что стоишь, пошли. О, ИДВД. Вот тебе и ИДВД, ребята. Так, давай, давай, иначе мы сейчас фейлимся, ребят. Робота валим, говорю. Это, ребята, из-за кольта. Кольт там, я не знаю, что он там делал. Где он там прохлаждался. Так, поставим турель. Так, болтик должен, ребят, появиться. А, не два болта, да? Мы только один. Отнес. Еще, ребята, один. Должен отнести. Замечательно. Наш, у нас робот пошел. Нет, защищайтесь. С ихней стороны, ребята. Блин, я так не хотел в этот режим играть. Я думал на кристаллах, ребят, поиграть, но сейчас бомбанет, по-моему, он по базе, по нашей. И будет трындец. Как-то выжили, выстрелили. Пошли, пошли, не стоим здесь на месте. Вон там. Собираем, собираем. Давай, давай, вот этих всех накройте. Накройте минотазом, вон там, кстати, болт был. Попробуем, ребята. Так, отнесли. Давай, Шелли, наказываем. Бул, ну ё-моё, ну ты же мог бы, блин, застрелить ее. Нет, вот. Опять, ребята, бот идет. Все. Вот, вот сейчас уже не будет, наверное, никаких шансов у нас тут на выживание. Я не знаю, что у нас с командой. Команда бездарей, можно так сказать. Ни черта не собирает, бегает вокруг да около. Ладно, фиг с ним. Этот режим мне, честно говоря, не особо нравится. Я хочу просто на... Так, вот, ребята, захват кристаллов. Это вот самое такое, то, что нужно для меня. Берем, наверное, мы с вами Брокко, да? Попробуем его проапать еще на один уровень. Не знаю, получится, не получится. Ну, конечно же, хотелось бы.
Кстати, ребята, у меня что-то частенько вылетает игра, критует и с какой-то ошибкой вылетает. Я не знаю, только у меня так или у кого-то еще происходит такое дело. Что? За кристаллами, ребята. Куда там? Так, ждем, ребята, ждем. Так, это у нас кто? Это Джин. Собственно, ребят, персоны. Так, посидим маленько, отдохнем. Главное забирать, конечно же, ребята, гемы. Так, отлично. Кого-то наказал, нет? Меня наказали. Зачем я сунулся? Ведь видел же, что снаряд. Ребята, у них 3 гема уже, 4. У нас еще пока 0. Так, погнали. Минусанули, да, Джин? Джина минусанули. Так, я знаю, что кто-то вот здесь, наверное, стоит. Брок там был. Наказали его, отлично. Да хорош ты, ё-моё. 5 гемов у них. Шелли стала там и стоит, и ничего не делает. Зачем ты так делаешь? Надо же было атаковать. Подбились. Друг друга подбили, короче. Что Шелли стоит? Я не могу понять. Это бот, что ли, играет? Красная команда. Обратный отсчет пошел. Ну, замечательно поиграли, да? Так, этот отвлекает. Кристаллы не у него. А у кого кристаллы? Ребята, где чувак, у которого кристаллы? Вон они. Блин, если бы я туда успел бы добежать и ультануть, было бы прикольно. Но не успел. Да, и по-моему, Броку мы с вами припаримся сегодня повышать еще один ранг. Но я постараюсь. Погнали. Не отступать, не сдаваться. Какая тут еще тактика, ребят? Какая тут может быть, блин, тактика? Нет тут никакой тактики. Тут надо, я не знаю, уворачиваться и бегать. Все, больше ничего сказать здесь нельзя. Леон? Да, ребят, там был Леон. Ну-ка, накроем всех медным тазом. Нормуль. Леончик там прячется. Ну-ка, под ульту. Всех под ульту, ребята. Слушай, шикарно. Йо, просто вот этот расколбас сейчас был. Дай-ка я гем и, наверное, немножко здоровья восстановлю себе. Все, отлично. Так, глуши их налево и направо. Амбал, глуши, глуши, глуши. Так, медведь, чтобы не мешался, нужно его, ребят, наверное, подбить. Он еще и за мной бежит. Все, отбегался. Так, у них 5 гемов. Мы с вами фейлимся, ребята. Ага, вот и Леончик. Из-под тишка, из-под тишка втихаря. Ну, о, амбал там наяривает. Бумбокс. Давай, Барли. Подбили, отлично. Забираем, ребята, все гемы. Оу, щет. Зачем надо было так подставиться мне, а? Ребята, попробуем. Ну, вряд ли получится. Барли, у него нет кристаллов. Да, опять фейл. Мы сами виноваты в этом. Сами виноваты. Я сколько раз говорил и себе, и компаньонам, что никогда не надо, если у тебя на руках очень много гемов, не надо бежать туда, на их базу. Стой ты здесь, потому что в чем разница? Когда тебя убивают рядом со своей базой, да, со своей точкой респа, у тебя больше шансов подбежать и отбить их обратно. А когда ты там тусуешься, естественно, потом тебе нужно добежать и... В общем, вы поняли, да, о чем я сейчас в данный момент говорю. Так, попался. Сам виноват. Ульта есть, погнали. Угу. Бегает, тихорится. Давай попробуем наказать. Ну, блин, ребята, у меня нету выстрелов. У меня не было выстрелов, потратил. И опять же нас тут разбирают. Так, я попробую, ребят, сейчас ультануть. Просто впустую ульту потратил, если честно. Так. Надо вот эту вот охламонку. Куда ты вот опять... Не, ну в принципе нормуль. Нормуль, ребята, сделал. Так, что у нас? У нас 7 гемов.
У нас, ребят, с вами 7 гемов. Так, давай-ка мы за Рой, наверное, восстановим себе. Опять где-то продинамили все, да? Так, ульту. Есть, отлично. Ну что, держимся, ребят, пытаемся продержаться. Осталось 6 секунд. Так, амбал, давай не будем туда идти. Нет, он все-таки идет, он выеживается. Фух. Отлично. Нормуль, ребята, все получилось как нужно. Так, опять не хватает. Одного кубка буквально не хватило мне. Так, ну что, выходим. Накопим с вами на сундук. Да, ребята, накопили, давайте вскроем и посмотрим. 13 монет на Леона нам дали. Силы очков и на Пенни. Так, ну что, кого нам можно еще взять? Кем мы с вами давненько не играли? Кем? Эль Прима играл я уже. Так, этим я пока персонажем вообще не знаю, как играть, если честно. Давай его, наверное, Пенни с вами попробуем поднять до 10 уровня. До 10 ранга. Да, также будем в захват кристаллов играть. Поехали. Это самый оптимальный, самый быстрый, как говорится, вариант. И довольно-таки прикольный. Но... На, Пенни, получи. Сразу по кустам пошкерились. Так, Бул. Воу-воу-воу. Ну, блин, не попал, ребят. Так, Брок, с этим парнем лучше не шутить. Бул, ты достал там, ну серьезно говорю. Ульта мимо была. Вот что я могу сказать. Так, он там ныкается, я его сейчас попробую, ребята, там выжечь. Чё ты там побежал-то сразу? Е, дай гемы, гемы, гемы. Не успели. Хорошо, ребята, я ставлю здесь пушку. Ну, подбили, молодцы. Вот так вот. 5 гемчиков на кармане уже есть у нас. Давай, Барли, он зайдет за тобой. Да чтоб тебя. Что-то как-то не особо хорошо заходим, ребят. Дай-ка вот сюда вот поставлю, наверное, да? Пускай, если что, прикрывает. Так, у нас 6. Ну-ка, подловил. 6 гемов. А, уже 5. Бегаем, бегаем все вокруг да около. Ребята, это чья пушка? Это вражеская, господи. А теперь будет моя тут стоять. Опа, гемы. Спасибо большое. Так, ребята, 13 гемов. Ну что, я пошел в кусты? Я пошел ныкаться. Бул, ты меня не догонишь. Хотя если он, вот. Вот что он мог сделать. Ну иди сюда, олух. Ульта, все хотят, ребят, меня поймать. Но не тут-то было. Отлично. Кукловод отдуплился. Ну, получит у меня следующий ранг Пенни или нет? Нет, не получила. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, наверное, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.